Кино на ТВ Рус. Доченька, родная моя, как же мы без тебя? Без тебя мы никак. Мамочка, родная моя. Если бы я вовремя скорую вызвал. Уезжай отсюда, а, Ир. Нечего тебе здесь делать. Куда? В Москву, конечно. Я уезжаю. В Москву. Дура ты. Добрая, конечно. Но тупая, Ирочка. Ты мне подходишь, тихая такая. Бросай тут все и переходи ко мне. Платить буду в 3 раза больше. Зоя Сергеевна. Ира. Ира, не будь дурой, позвони. У меня какое-то предчувствие. А вы меня не помните? Я Ира, из больницы. Этот тип большой начальник в каком-то банке. В пятницу я лечу в Вену на 3 дня, а вечером я приду за сырниками. Ну, дева, ты даешь. Чтобы понравиться Гоше с первого взгляда? А эта твоя Ирочка, она вообще откуда? Понравилась, женись. А ты ведь обо мне ничего не знаешь. Ты выбрал, как всегда, самое лучшее. Господи, зачем она ему нужна? Гош, мне надо будет на 2 дня домой съездить. Нельзя. Нельзя. Обед молчания. В субботу на ТВ Рус.